Смотри, какое интересное здание. Как капелька. Чу-чу. Луиза спряталась в коляске. Впереди фонтан. Остановки просто супер, с кондиционером. А мы куда пойдем?
Поэтому ты так сказал. 30 получилось, да? Ровно. Картошка, курица, кусочек курицы, пепси и салатик. Да ты спишь? Тебя разбудили? Да, бери картошку. Да, конечно, здания и строения у них впечатляют. Вот видите, какие съезды для колясок? Все аккуратненько. Над нами метро. Немного напоминает Китай. Бедные, поливают постоянно все. Это сейчас еще не жара, я представляю, что здесь 50 градусов делается. Иначе бы всей этой красоты не было бы. Центр Мират. Дороги нет. Погнали. Делали. Я пеших прогулок. Хотя уже появляются у новых домов такие велосипедные дорожки. Они, правда, не особо длинные. Уже стараются облагородить. Я так понимаю, что здесь особо никто и не гуляет. В основном все передвижение оно на такси исключительно. А так вечерком, посмотрите, прохладно, хорошо, можно и погулять.